Десятки мотоциклов, от самых маленьких до мощных байков. В горках прошли соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступает Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Эти состязания были приурочены ко Дню Победы. Удачных стартов и победных финишей. Будьте победителями. Победителями на этой земле, победителями в этой гонке. География участников первого этапа чемпионата России широка не только Подмосковье, но и другие регионы страны. Препятствиями не стали ни прохладная погода, ни грязь. Наоборот, сложная трасса только усиливала азарт у спортсменов, а у зрителей впечатление. Мы традиционно на нашей трассе «Казачий дозор» проводим ежегодные соревнования в честь наших героев. Сегодня здесь приехали к нам в гости, в том числе участники специальной военной операции, поэтому пообщаемся, наберемся эмоций положительных, отдохнем и посмотрим зрелищные мероприятия. Один из фаворитов гонки – Артем Полежаев из команды «Avantis Racing Team». К своим 18 годам молодой человек успел многое. Он неоднократный победитель областных соревнований, а в прошлом году занял 4-е место на чемпионате России. Не пропускает Артем и заезды в горках. Борьба очень интересная, на каждой гонке происходит. Адреналин зашкаливает всегда. Но не всегда безопасно. Не всегда безопасно, да. Вот у меня вот 5 переломов, это ни много ни мало, так среднее значение у профессиональных атлетов. Вот. Но все заживает, все нормально, сейчас себя чувствую вполне. Покорить трассу приехал и Ярослав Кузьмин из Калуги. Юному мотокроссмену всего 11. Пока соревновательного опыта не очень много, но с каждыми гонками он улучшает свои результаты. Сегодня уверенное 3-е место. Трасса хорошая, то, что немного жидкая была в тренировочном заезде. Сейчас раскатали, более твердый грунт, зацеп лучше стал. Вот. Доволен своим результатом сегодня? Да. Тех же ребят, кто пока еще не сел на байк, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Именно здесь растят будущих королей дорог. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.